Кубок Москвы и открытый юношеский турнир по савату французскому боксу прошли в начале ноября. Одинцовские молодые спортсмены привезли 8 медалей разного достоинства – 2 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую. Столичные турниры стали отборочными этапами на Кубок России 2019 года и Всероссийский турнир памяти Героя России Александра Соломатина, который пройдут в Москве с 6 по 9 декабря.